Вадим, поздравляем вас с победами вчера. Как прошел этот матч и каков был путь к финалу? Какие самые трудные матчи в одиночном разряде? Ну, серьезные матчи начались, в принципе, с восьмерки. Там был Жданов. Но особо не оказал сопротивления, так как я чуть-чуть поддавил. Ну и получилась, в принципе, относительно легкая игра. Вот, в полуфинале был Монастырев. Знал я, давно с ним играем, поэтому матч получился очень скоротечным и, в принципе, для меня легким. Вот. В финале я играл, в принципе, практически со своим воспитанником Кириллом Боярским. Он до этого там провел два довольно-таки тяжелых матча. Видел Владимира Русина, в принципе, неожиданно. Вот. И к финалу подошел немного уставшим. Ну, в принципе, это сказалось. Вот. Так что финал фактически был без борьбы. Вот эта победа вот в финале, она вторая уже, да? Это уже третья подряд. Да. Не давит ли этот груз чемпионства области? Да нет, не давит. Этот турнир получился, в принципе, на редкость легким в одиночной категории в отношении предыдущего и позапрошлого. А вы еще играете и в смешанном парном разряде, и в миксте. Какие уже прошли матчи, и что можно сказать о них в мужском парном разряде? В мужском парне мы сыграли только один тур, и, в принципе, борьбы не получилось, стоим первым номером по сетке. Ну вот сейчас будет, в принципе, я думаю, напряженная игра с Монастыревым, с Старовойтовым. Ну и надеюсь, что финал Русин ждан. Там уж как-то Желаем вам успеха.